витископ. Действительно, сейчас очень многие услышали о еще одной фамилии Усик, только уже не Александр Усик, а Артем Усик. И, в общем-то, интерес к нему неспроста, потому что действительно парень выступает в той же весовой категории. Насколько я знаю, они с Александром даже знакомы, вроде даже спарринговали. Вот. Ну, конечно, таких еще достижений особых, как у Александра, нету у Артема Усика. Он еще на начальном этапе, можно сказать, своей карьеры. Он был бронзовым призером чемпионата Украины в 2013 году. В этом году он тоже будет выступать на чемпионате Украины. Так что за него держим кулаки и пожелаем стать действительно золотым медалистом. Ну и вот особое внимание к нему не просто потому, что он однофамилец Александра Усика, а потому что он еще и боец Нацгвардии, он был в зоне АТО, и еще и успел отличиться, вынес двоих сослуживцев из-под минометного обстрела, в общем-то сам чуть не погиб там, в общем, уже он там повидал. Так что парень действительно не только воин в ринге, но и защищает родину, и поэтому к нему особое внимание, и держим за него кулаки. Витископ. Спортивное видео.